представляю вам гирлянду бахрому на 200 диодов. Эта гирлянда имеет тонкий прозрачный провод. Размер диода 5 мм. Бывает синяя, белая и разноцветная. Гирлянда идет с контроллером, то есть может работать и гореть в нескольких режимах, от постоянного горения до мерцания. Длина бахромы 4 метра, высота нити соответственно 30, 40 и 50 сантиметров. Их можно соединять между собой, тогда длина гирлянды самой увеличивается. Эту гирлянду можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Единственное, нужно будет укрыть от влаги контроллер.